Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 55. Упражнение для закрепления. Составь выражения и найди их значение. А. Белоснежка приготовила M порций мороженого. Из них N порций она отдала своему другу медвежонку, а остальные порции разделила поровну между 7 гномами. Сколько порций мороженого досталось каждому гному, если m равно 17, а n равно 3. Составим выражение. M – количество порций, приготовленное Белоснежкой. Отнять n – то, что она отдала медвежонку. То, что осталось, мы делим на 7, чтобы узнать, сколько порций получил один гном. Подставляем данные значения в наше выражение. 17 минус 3 получится 14. 14 разделим на 7, получится 2. По 2 порции досталось каждому гному. Б. Чтобы добраться до замка принцессы, кот в сапогах должен преодолеть А километров. Первые Б километров он проехал на повозке, а оставшийся путь прошел пешком за неделю, проходя каждый день одинаковое расстояние. Сколько километров проходил кот в сапогах за один день, если А равно 500, а Б равно 150? Итак, составляем выражение. А минус Б, А километров он должен был преодолеть, а он преодолел Б километров на повозке. То есть А минус Б – это расстояние, которое должен был преодолеть кот пешком. Так как в неделю у нас 7 дней, и каждый день он шел одинаковое количество расстояния, то мы А минус Б делим на 7. Это наше выражение. Теперь в данное выражение подставляем значение. Вместо А – 500, вместо Б – 150. 500 минус 150 – получится 350. 350 разделить на 7, получится 50. 50 километров проходил кот в сапогах за один день. Что общего и что различного в этих задачах? В этих задачах мы ставили одинаковые выражения. Разными оказались только буквенные обозначения. Попробуйте придумать свою задачу про сказочных героев, которые имеют такое же решение. А если у вас возникли вопросы по поводу решения этих задач, оставляйте комментарии под видео.